полной программе. Согласна с тобой. Сейчас то время, когда нужно набирать себе очки, можно так сказать, бонусы, удивлять. А потом уже можно некоторые какие-то элементы зажимать и не делать, когда идет борьба за места. Так что ну, посмотрим, может быть, еще двумя видами она нас удивит какими-то рисками. Хотя вряд ли. Чувствуете, как тихо стало в зале? Да. Отходит публика от того выплеска, который сопровождал выступление Канаевой. Поэтому Алине Максименко, вот израильтянке Нети Ривкин и, может быть, еще кому-то достается даже не равнодушие, а такое успокоение аудитории. Ну и музыка под стать. Кристальная музыка Кейко Мацуи, японский композитор, но не кристальное выступление Неты. Было очень много каких-то подпрыжек, непонятных ошибок,